Всем привет, мои хороши. Я дома, пришел с работы, так хорошо. Ой, вообще, сегодня такой день хороший, такая погода у нас, жарища страшная в Днепропетровске. Ой, это я вынес показать кое-что, тут держу в руках. Вот, дивиться. Вот это я уже разукрасил. Это, в общем, тут разукрашивается, это как покрывало, вот это такое синее. Вот тут оно как книжки, но оно белым, оно не видно, вот книги вот эти вот. Потом это будет скрипка, там он свечки начал разукрашивать, тут цветочки начал разукрашивать. Короче, работа кропотливая, тут много-много деталей, много всего там, разных этих самых. Оно как вот для детей разукрашки, но это, конечно, такая кропотливая работа, но мне понравилось. Я даже не ожидал, что мне может понравиться такое, что ну, можно кропотливо вот так сидеть и делать. И мне прям вот это, вообще, вот этот пришел и сделал вот это. Вот тут немножко закрашивал таким цветом, потом вот это сегодня сделал, потом и вот тут, ну, белым вчера, а сегодня таким светлым зеленым, темно-зеленым вчера делал. Вот это белым вчера делал, вот эти клавиши вчера, вот тут сегодня немножко подделывал светлым зеленым. Ну, в общем, оно не то, что можно, конечно, было брать по цветам, то есть единичку сразу закрасить, потом двойку. Но я что-то решил, что, наверное, ну, буду делать, я не могу так подряд, я делаю, ну, то-то, все. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожа? На мене находи. Находи і не проходи, і не находи. Ой. Голова, вот тут что-то болит голова у меня, и тянет шею, вот это шею тянет у меня, видно, что-то там уже идет. А ну, надо ехать в больницу, конечно, я все тяну, потому что там, фу, не хочу даже говорить за это. А что там сидит? Глухомань такая красивая сидит, за векошком, глазик у него прошел. Все у него нормально, лишай прошел и глаз прошел, так что он жив и здоров, и все хорошо. Гавкливо. Мои хорошие, мои любимые, сейчас число 10 на 9, с 9 на 10, это самое, то есть я ночью вот это сидел, руки в краске, все в краске, короче, крашу картину, вот это я как засел, и мне так интересно, с балкона растопил, и все, сейчас видео отмонтирую, покажу вам. В общем, вот, вот такая картина получается, это что мне передали гости из Харькова. Вот я уже нарисовал вот сколько, за вчера и за сегодня. То есть издалека вообще вот ожило фортепиано, вот эти клавиши аж поиграть хочется. Вот эти книги вот хочется взять, и скрипка, вот смычок лежит, вон там розы. Вот это все я потихоньку-потихоньку рисую. В общем, вот тут у меня лежат краски вот такие, лежит кисточка. Лежит эта паскуда, любесенька моя, здоровесенька на зло всем. Тролями тролихом, она жива и здорова, и плевать на всех хотела. И вот это такой, ай-яй-яй, Томас! И вот это такая рисунок, вот это я по этому рисунку рисую. Ну, то есть не по этому, это как оригинал. То есть у меня должно получиться вот такое. Мне кажется, на этой картине еще красивее, чем оригинал получается. Мне прям так понравилось, я никогда не ожидал, что вот это может мне так понравиться. Прям вообще супер. Ну, буду по чуть-чуть рисовать и показывать, что получится. Я думаю, еще дня 3 я сделаю. Потому что мне вообще прям вот эта ткань вот нравится. Прям она как настоящая. Вот, это вот. Вот тут не дорисовал зеленым, забыл. Вот прям оно уж все такое, как настоящее. Кажется, что прям лежит тень вот это вот. Все, всем пока, всех люблю, обнимаю. Спасибо громадное за комментарий. Еще раз скажу, что 22-го ориентировочно будет встреча. У меня группа есть в группах. И я ссылку сделал, репост на страницу свою. Так что, если кто хочет, обязательно приходите, встретимся там. Хотим поиграть в мафию. Если кто не хочет играть в мафию, то вторая половина будет встречи. Мы будем просто общаться, там где-то встретимся.